Дорогие друзья гармонисты, приехал вот такой прекрасный инструмент ко мне от Павла Уханова. Гармошечка 27 на 25. Вот такая красавица. Ничего лишнего. Вот такой шикарный мех. Итальянский лидерин, мельхиоровые уголки. Гармошка просто сказка. И вот что я заметил, что приехал такой шикарный инструмент и захотелось на нем поиграть. Огромная благодарность Павлу Уханову за то, что он вот так вот чутко относится к инструментам, к настройке. Такие шикарные итальянские кнопочки перламутровые. Вообще просто играть одно удовольствие на таких кнопочках. Вот. Ну, просто шикарно. Регулировка ремня. Гармонь вся блестит. Просто шикарный красный мех. Ну, вообще не могу передать словами. Гармонь купил, вроде как бы взял на продажу, но что-то так она мне вот прям, знаете, вот искренне говорю, она так понравилась. Она прям какая-то родная. И захотелось на ней поиграть и немножко даже по-другому поиграть. И я сейчас поиграю, может, наиграю там всякую лажу, но вы не обижайтесь. У нее очень прикольные басы. То есть... Ну, то есть, вообще прикольно. И вот баланс. Понимаете, вот когда у инструмента есть баланс, баланс левой и правой клавиатуры, это, ну, вот просто, ну, это дорогого стоит. Потому что, когда я играю, на многих гармошках играю, гармошек куча, и когда играешь, либо правая громко кричит, бас не слышно. Ну, лично мне, как игроку, да? А здесь прям, знаете, вот прям слышно. Вот прям слушаю его. Я не знаю, какую композицию сыграть, но сейчас что-нибудь попробую сыграть. Здесь вот все в совокупности в этой гармошке. Я прям играю и слышу бас, как бас идет. Я обычно раньше играл-то вот так вот. А сейчас пытаюсь играть уже красиво там. Ну, пытаюсь изучать гармошку. Поэтому не судите строго, но я попробую поиграть песни, которые я раньше играл вот так просто. А сейчас попробую поиграть немножко по-другому. Thank you.
Ну и вообще, вот вы слышите, как играет бас, как он реально соответствует. Он мощный бас, он такой, как на Ясной Поляне. Ну реально, на нем играешь, я прям слышу аккомпанемент слева такой, ну, басовые ходы. И вот право все поддерживает. И приятно просто. На других бывает гармошка, как не слышно. Гармошка 27 на 25 с 5 полутонами. Играть можно все, что угодно. Спасибо. Я могу играть вообще, сейчас ее не выпускать из рук. Гармонь просто бомба. Я обалдеваю вообще. Взял на продажу, но скорее всего оставлю себе. Такая сказка. До мажоре 27 на 25. Просто бомба.